продолжаем узнавать истории машин. И сегодня машина Русабалт расскажет об этой модели Техно-Нод. Автомобиль марки «Руссобалт» выпускал Русско-Балтийский вагонный завод, основанный в 1869 году. Его производственные мощности размещались в Риге, Санкт-Петербурге и Твери, а с 1916 года в Москве и Таганроге. Завод изготовлял не только железнодорожные вагоны, но и сельскохозяйственные машины, станционарные нефтяные двигатели и аэропланы. В июне 1909 года на заводе был собран первый легковой автомобиль S2430, разработанный на основе машин небольшой бельгийской фирмы «Фондю». Индекс модели расшифровывался так: 24 – это расчетная мощность двигателя в лошадиных силах, а 30 – это максимальная мощность. В дальнейшем выпускались модификации S2435, S2440, а также другие модели этой марки. Конструктором «Руссобалтов» стал приглашенный из Бельгии инженер Жюльен Патера, который работал в сотрудничестве с русскими специалистами Иваном Фрязиновским и Дмитрием Бондаревым. Автомобили большей частью поступали в русскую армию, где они использовались не только как штабные и санитарные машины, но и как шасси для постройки броневиков. Конструкция этих машин была вполне современной, с использованием наиболее передовых тенденций автостроения того времени. Основу автомобиля составляла прочная лонжеронная рама с зависимой рессорной подвеской колес. Колеса были несъемными, с деревянными спицами, а покрышки на них имели очень маленький протектор, из-за чего сцепление с дорогой было низкое. Для сохранности покрышек их накачивали до 6 атмосфер, отчего машина становилась жесткая и плохо управляемая. Коробка переключения передач монтировалась отдельно от двигателя, однако для того, чтобы при деформациях рамы, например, во время движения по бездорожью, не нарушалась соосность обоих агрегатов, мотор и КПП закреплялись на дополнительном подрамнике. Долгие годы на приборной панели автомобиля «Руссобалт» находилось только два прибора – спидометр и одометр. Последний определял расстояние. На некоторых автомобилях устанавливались зеркала заднего вида. Другим элементом, свойственным ретро-авто начала 20 века, являлся клаксон. «Руссобалты» отличались прочностью и надежностью, о чем свидетельствуют их успехи в ралли и дальних пробегах, в частности на международных ралли «Монте-Карло» и «Сан-Себастьян». Самой распространенной моделью стала S24. С 1909 по 1917 год было выпущено 347 экземпляров. Среди выдающихся покупателей «Руссобалт» был сам император Николай II. У него в гараже было две машины. Правда, поговаривали, что на них ездила лишь охрана, а сам император предпочитал передвигаться на французском автомобиле. В советское время был создан миф о промышленной отсталости Российской империи, и одним из составляющих этого мифа стало заявление Сталина в 1934 году: «У нас не было автомобильной промышленности, у нас есть она теперь». В соответствии с указаниями партии необходимо было преуменьшить роль Русско-Балтийского завода, поэтому в советской литературе по истории автомобиля было принято писать о вторичности «Руссобалта» по отношению к конструкторским разработкам заграничных фирм, о сборке автомобилей из иностранных деталей. Но это совершенно не соответствует фактам. И двигатель, и подвеска, и кузов были русской разработки и выпускались силами Русско-Балтийского завода и его партнеров. Конец истории «Руссобалта» был печален. Весной 18 года последний автомобиль S24 был передан армии. С началом революции, гражданской войны и разрухи производство в Риге было утрачено. Перенесенный в подмосковный Эфили завод после революции прекратил выпуск автомобилей и был перепрофилирован на военное производство. Ну и про модельку, рассматриваемую в сегодняшнем нашем выпуске. «Руссобалт» S2440 торпеда номер А22. Это самая первая выпущенная из гаммы «Руссобалтов» модель. В ранних экземплярах присутствовал весьма приятный атрибут – красные сиденья, что соответствовало оригиналу. Также она имела свой характерный признак – три варианта днищ, а именно с надписью «Сделано в СССР», с надписью «Made in USSR» и вообще без указания производителя. Причем все эти днища были номерными. Масштабные модели пяти видов в масштабе 1 к 43 выпускались с 1979 года до 2005 на заводе «Радон» в городе Марксе Саратовской области. Если вы интересуетесь историей автомобилестроения, а также микромиром масштабных моделей, то подпишитесь на «Техно-Нота». Будет много интересного и познавательного. Спасибо большое за просмотр!